Здравствуйте, меня зовут Сергей Минаев. Сегодня я проведу экскурсию по демонстрационным залам компании ММС, самому крупному шоу-руму в Европе. И вы узнаете, что такое настоящий домашний кинотеатр. И если просто театр начинается с вешалки, то домашний кинотеатр, конечно же, с попкорна. Поехали! Посмотрите, какой выпуклой формы дверь. А везде все продумано до мелочей. Именно такая дверь не пропускает и не отражает звук. И весь дом может спокойно спать, пока я буду смотреть боевик. Специалисты компании ММС под домашним кинотеатром понимают не просто многоканальную систему акустики и электроники, а отдельную специализированную комнату. Для этого комната должна быть правильно рассчитана и построена с соблюдением строгих акустических и оптических требований. Конструкция наклонных стен определяет своеобразный дизайн помещения, делая его похожим на настоящий кинозал. Наклонные стены и потолки гасят звуковые резонансы, что позволяет добиться высочайшего качества звука. Посмотрим кино? Хочу обратить ваше внимание на этот чудо-экран, который можно настроить под формат любого кинофильма. В данном случае он настроен под самый современный формат 2:35:1. Удобные кожаные кресла имеют электрорегулировку, а в подлокотнике располагается холодильник, как в автомобиле представительского класса. За внешней поверхностью стен находится модульная звукоизолирующая оболочка, которая изготавливается по индивидуальному проекту и устанавливается за несколько дней. Осталось настроить кресло и открыть бутылочку прохладительного напитка. Не буду вдаваться в подробности и специфику оборудования данного домашнего кинотеатра, скажу лишь одно. Акустические системы компании ММС способны достигать мощности 33 кВт, да может и больше. Но если вы живете в квартире, то для вас предусмотрено специальное решение, и сейчас я вас с ними познакомлю. А теперь мы с вами находимся как бы в квартире. Но хочу заметить, что как и в варианте загородного дома, а акустика находится сзади экрана, для того, чтобы звук был полностью совмещен с изображением. Звукопроницаемый экран пропускает звук, не искажая его. Вся аппаратура и акустические системы здесь спрятаны от глаз. Для построения кинозала в небольшом помещении требуются более тонкие акустические конструкции и дополнительная электронная коррекция звука. Такой мягкий свет в кинозале достигается за счет оригинального расположения светодиодных ламп. Внешне такой кинозал выглядит по-домашнему уютно и стильно. В строительстве данной комнаты используются экологичные, тонкие, легкие материалы, обеспечивающие высокую звуко- и виброизоляцию. Надо отметить, что для каждого проекта специалистами компании ММС рекомендуется оборудование с учетом индивидуальных особенностей помещений. В этом варианте используется проектор Вольс Синема. Малый уровень собственного шума позволяет установить этот проектор в комнате, и его не будет слышно. А теперь переходим в синий зал. Отличительные особенности этого зала не только в оригинальном синем освещении, но и в особо сложной
тонко рассчитанной геометрии поверхности. Надо сказать, что синий цвет очень приятен для глаз. И, находясь в этой мистерии, чувствуешь себя пассажиром летающей тарелки. Встроенные акустические системы были сделаны на заводе специально для такой установки в стену. Их характеристики максимально линейны и полностью предсказуемы. В таком кинозале вы можете смотреть кино в любое время дня и ночи, не ограничивая себя в громкости. Здесь создается нейтральная акустическая среда, в которой не искажается звук. А чтобы не было засветки экрана, в интерьере используются светопоглощающие конструкции. Современная система управления кондиционированием и освещением сделает наш киносеанс максимально комфортным. В завершении хочется сказать о том, что технологии модульных конструкций, используемых в представленных залах, могут быть воплощены в самых разнообразных дизайнерских проектах. Они позволяют применить практически любую отделку, оставаясь при этом акустически совершенными. Всего доброго! С вами был Сергей Минаев. Меня зовут Сергей Минаев. Сергей Минаев. Сергей Минаев. А кто так кино смотрит? Ну кто же вы учите? Полтора человека. В строительстве данной комнаты используются экологичные, тонкие и легкие материалы, обеспечивающие высокую звука и изоляцию. Ну, поехали. Текст. А здесь нет текста. Как нет? Нет. Ну, это закадровый раз, текст. Это глупо будет, закадровый текст, что-то молчит. Хорошо, давай что-нибудь скажу. Вся аппаратура акустической системы здесь также спрятана от глаз. Такой мягкий свет в кинозале достигается за счет оригинального расположения светодиодных ламп. Еще раз. Такой мягкий свет. Стоп, Алена. Настроить кресло и открыть бутылочку прохладительного напитка. Гиви, где огурец?